Здравствуйте, ребят. Мы решили снять сейчас уже поздно. Мы досиделись в офисе, у нас был заказчик. Он хочет необычные окна, скажем. По крайней мере, мы такие не делали ни разу. Он хочет окна с пятой системой безопасности, с пятым уровнем, вернее, безопасности. Что связано по фурнитуре, по профилю, у нас проблем такого нету. Стекла мы раньше заказывали с Румынии, с Украины. Но вот на этом заказе мы попробуем стекла сделать сами у нас, изготовить у наших компаньонов. Попробуем вместе с ними, у них есть печка, попробуем склеить хороший пакет с хорошим триплексом. Побываем, наверное, я думаю, в тире, постреляем, посмотрим, что получится. Все это, конечно, мы снимем, все это, конечно, вам покажем. И посмотрим финальный результат, что выйдет, что за пакет у нас появится.